Мы едем в гости. We're going to visit someone. Cold, but not so bad. Not so bad. Посмотрите, как близко горы. Что делать? Переодеваться не будешь, а красиво на свидание одеться. Ты куда идешь-то? Ты куда идешь-то? В кино, что ли? Она на «Аватар 2». Что, правда идешь? Она на «Аватар 2» идет. Одна? Нет. С мальчиком. С другом? Да, с другом. С мальчиком. Ничего плохого не будет, я так понимаю. Целоваться не будешь? Так. У меня теперь голова болит. У него голова болит. От чего? Слышь, заехал. А, да, я видела. Что, точно болит? А ну, покажи шарик еще раз. Макс, Макс, покажи шарик еще раз. Я запишу его. Запишу такую игрушку интересную. Смотри. Только по голове не надо, да. Ну-ка, смотри. Вот так. Так, так. По голове тоже не надо. Вот, вот, вот. Ой, слушай, это интересное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оп, оп. Оп. Вот она здесь, она с этой стороны. Hi, Dan. Hello. Оп. Ой, а где? Слушай, игрушка такая интересная, да? Друзья! Друзья! О, старший пришел. Посуду помыл, уже свободен. О, да, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это Макс сделал. А из чего ты сделал, Макс? Мука, еще что? Масло, сахар. Чего-чего? Масло, сахар. Что такое масло? А, масло, сахар. Так, внимание, если кому-то нужен хороший повар или... Как это будет другое? Пекарь. Да. А? Пекарь. 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 Вот он стоит у нас. Мечтает работать в красивом ресторане. В хорошем ресторане. Не, хорошие. Да, короче, масло, яйца тоже? Не, яйца. Нет, яиц нет. Крем-чиз там есть. Крем-чиз. Обычно есть крем-чиз. Интересно. Сейчас еще попробуем. Я знаю, что это Лена делала. Печенюшки можно стаскивать? Стаскивать печенюшки нельзя. Так, ладно, главное елочку. Я ж пошла из-за елочки взять камеру, потому что мне понравилась елочка. Дэн, can you wave? Елочка другая, красивая. Да, I will. Yeah. And look at this. А что это у вас? Рубик. Чего это? Кубик. Ой, это не Рубик, это другое что-то. Подожди, это из чего это? А, магнит. Это магнит такой. Вот, интересно. Я такой не видел. Угу, угу, по-разному. Нужно научиться, как собираться. Надо научиться, конечно. А вот повар. Нет, это не повар.
Я бухгалтер. А, бухгалтер, сори, да. Половина прекрасная, обзывать повар. А повар, подожди, а кто, извините, сделал это? Это Лена сделала? Лена сделала. Это бухгалтер. Это бухгалтер Лена, ну окей. It's not a cook, it's an accountant Елена. Посудомоечная машина. Вот, на больше никуда не годится. Он назначил, как он назначил? Ой, нормально. Ну, нормально. Не знаю, вот закончит или жизнь. Ой, нет сил с вами, точно. Ой. Ой, какие разные, слушай. Да, это так интересно, слушай. Да. Где ты взял такую? Санта. А? Санта. Ах, Санта. Санта-Клаус принес. Ну да. Смотри, это ой, Соня маленькая. 2015 год. Да. Ты себя помнишь? Года. Не помнишь. Соня, интересно, вот ты сейчас на мостик встанешь или нет? Вот интересно, действительно. На вот и раньше. Ты встанешь или нет? Встала. Надо же, встала, да? А на шпагат? А на шпагат? Да, на шпагат. Слушай, ну нормально. Вот. А на другой? На другую ногу. Другую она не любит ногу. Oh, very cool. Like spaghetti almost, right? But it's actually I like the smell. Yeah, open them and sniff them. It's like I want to eat them. Oh, really? Yeah. Wow. But it's nice smell actually. Yeah. Okay. О, я забыла себя показать. Я здесь. Я здесь. Я никуда не уходила. I'm here too. Посудомоечная машина на чарджере. Посудомоечная машина. На чарджере. Я это у нас тут подряд. Каунтер, она сказала. Да, посмотри вон. Печенюшки вкусные. Уже попробовал? Я нет еще. Я... Ну, может быть, тоненький. Подожди-ка. Вот еще тоньше. Это Наполеон, наверное. Ну, это такой классический Наполеон. С заварным кремом. Все. Все, все садимся на сладкое. Все, садимся на сладкое. Фрукты. Дэниел. Макс. Дишвошер. Мы наняли дишвошера. We call him Jack of all trades. Ой, ну все, насмеши. О, май гад. Ай, бухгалтер. Бухгалтер. Фигуристка. Бухгалтер. Фигуристка. И гимнастка. И это я. Рядом с такими большими, большими, выдающимися людьми. О, май гад, все. Насмешили, ребята, все. Интерес есть? 36-летнему Владимиру Владимировичу с двумя котами. Холостой. Живет в Канаде. Рекомендую. Рекомендую. Готовит. Готовит, убирает, моет. Имеет собственную квартиру. И двух котят. И двух котят. Только одну машину. Одну машину. Вот так, Лена. О, какой у вас сыночек, а? Обалдеть. Вот это вы даете. Так, это наша свечка. И все мы кушаем.
тоже. Китайского Дед Мороза записала. Китайский Дед Мороз? Да, точно, смотри, глазки узкие. Китайский. Канадский китайский. А на сейчас короткий маленький анекдот. Обливание холодной водой дарит хорошее настроение. Причем все равно, кого ты обливаешь. А на сейчас я хочу сказать вам пока и до скорого. Я желаю вам прекрасного и удачного дня. Любите и будьте любимы. Берегите себя и всех, кто вам дорог. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, звоните в колокольчик, чтобы не пропустить мои дальнейшие видео.